На генеральной репетиции благотворительного концерта «Взрослые детям» во Дворце культуры «Арктика» побывала наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. На сцене Дворца культуры «Арктика» артисты и общественно-политические деятели готовятся к третьему благотворительному концерту «Взрослые дети». Идея проведения мероприятия принадлежит сенатору Российской Федерации от Ненецкого автономного округа Риме Галушиной. На самом деле у нас бывают такие случаи, когда помощь семье с детьми нужна здесь и сейчас. И, к сожалению, не всегда это подпадает под какие-то уже нормативно установленные социальные гарантии. И, конечно же, всегда хочется иметь какую-то вот такую подушку безопасности, когда можно понимать, что куда ты в этом случае можешь обратиться. И вот мы решили в 2018 году провести такой концерт «Взрослые детям», чтобы деньги были перечислены в Красный Крест, и они были вот такими целевыми для помощи семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Благотворительные концерты на сегодняшний день набирают большую популярность. И несмотря на то, что мероприятие проводится только третий раз, с каждым годом оно становится более разнообразным. Концепция этого мероприятия чем-то похожа на добрые песни, но разница здесь в том, что также принимают общественные и политические деятели участие, но при этом номера они делают вместе с детьми, и при этом они разножанровые, то есть здесь и театр, и песня, и танец, и даже в этом году модный показ. Именно благодаря тому, что общественно-политические деятели работают над концертными номерами вместе с детьми, они более углубляются в различные проблемы. Несмотря на занятость представителей власти, они активно участвуют в мероприятии. Юлия Дощук принимает участие в каждом благотворительном концерте. Для меня это уже третий год благотворительных концертов. Это очень интересное время подготовки, сам концерт, закулисные вот эти наши какие-то мероприятия. Потому что здесь своя жизнь, а там целый мир. Это очень интересно на самом деле. И очень приятно, что мы имеем возможность помочь людям, у которых нет возможности помочь самим себе иногда. Благотворительный концерт пройдет 30 мая в 16 часов во Дворце культуры «Арктика». Программа напомнит о культовых детских песнях, и взрослые, примеряя на себе необычные сказочные образы, на время станут детьми. Придя на мероприятие, вы сделаете мир добрее и поможете всем тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Василий Хатанзийский, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».